и выходы из всех портов Франции. И входы, монсеньор. Мушкетеры короля, твою! Пока, пока, покачивая, перьями на шляпах, судьбе не расшибнем, мерси боку. Судьбе не расшибнем. Судьбе не раз шепнем. Судьбе шепнем. Один за всех и все за одно. Днем на Первом канале Михаил Боярский. До скорого свидания. Д'Артаньян и три мушкетера. Мушкетеры 20 лет спустя. Марта на Первом канале боевик «Бегущий человек». Арнольд Шварценеггер, обгоняя время, презирая запреты, надеясь только на себя. Скорость – жизнь, промедление – смерть. Между ними Арнольд Шварценеггер, «Бегущий человек», 11 марта на ОРТ. Формула смертельного оружия Мел Гибсон. Море огня, тьма врагов, дерзость за пределом отчаяния и немного черного юмора. 14 марта на Первом канале «Мировое кино. Смертельное оружие 2». Не бриться, не пить, не курить, остаться и остаться дикарями. Аминь. Три небритых дикаря. Мы должны избавиться от них. Как? Как? Любым способом. Я тебе последний раз говорю. Женщина и я понятия несовместимы. Понял? Все говорят, любовь это яд. Любовь это яд. Любовь это яд. Но сердцу любить нельзя запретить, нельзя запретить, нельзя запретить. Ведь не любить значит не жить. Кто даст ответ? 15 марта в золотой серии. На Первом канале триллер Дэвида Кроненберга «Муха». Человеческий ум стоит на пороге великих открытий. Ошибка почти невозможна. Почти. Но выбор прост. Или мы остановим науку, или она сама остановит нас. 15 марта на ОРТ. Триллер «Муха». Ах, красная роза, небо для моей. Обалденный малый. Чудная, открытая русская душа. Неформал, последнюю рубашку отдаст. Какое дитя! Ложил я на них с прибором. Музыка народная, слова МВД. Песня о родинке. Я понял. Мой долг жениться на вашей дочери. Момент заключения брака опекунства прекращается! И владение наследством вступает прямой наследник! Ах, черная роза, эмблема печали. 16 марта в линии кино. Александр Збруев, Татьяна Друбич, Александр Абдулов. В фильме Сергея Соловьева «Черная роза, эмблема печали, красная роза, эмблема любви». Теперь вы можете купить 20% Пепси, 7-Up и Миринды бесплатно. Сейчас каждый может купить 0,6 литра за ту же цену, что и 0,5. Все покупают больше Пепси, Миринды и 7-Up.
Новинка серии Велофлекс. Invisible Touch. Мусс «Невидимое прикосновение». Это первый мусс для укладки с бетаином и кератином. Invisible Touch прекрасно фиксирует прическу и абсолютно невидим на волосах. Мне нравится этот мягкий мусс. Он совершенно не склеивает волосы. Вот так, естественно и незаметно. Новый мусс Invisible Touch. Невидимое прикосновение Велофлекс. Проблемы с качеством изображения не будут вас больше беспокоить, если у вас видеомагнитофон Diamond Plus, который делает сигнал настолько чистым, что у вас не останется сомнений. Видеомагнитофон Diamond Plus – это то, что вам нужно. Samsung Electronics. Тропическая серия Pons открывает вам чудесные секреты ухода за телом. Масло какао смягчает кожу и улучшает ее структуру. Экстракт алоэ делает кожу нежной и шелковистой. Лосьоны и кремы Pons для ухода за телом теперь со скидкой. Будущее. Силы зла хотят уничтожить планету Земля. Единственное, что способно противостоять злу, это 5 элементов кино. Трагедия, комедия, мелодрама, триллер и 5-й элемент – журнал «Кинопарк». Журнал «Кинопарк» для тех, кто любит кино. Создав стиральную машину с широкой дверцей, компания Whirlpool позволила сделать разгрузку легче и удобнее. Whirlpool – новое качество жизни. Samsung Electronics представляет заключительные концерты мирового супертура Филиппа Киркорова «Лучшие любимые только для вас». Генеральный спонсор – ведущий кондитерский концерн России «Бабаевский». Москва. 5, 6, 7 и 8 марта – спорткомплекс «Олимпийский». Новое шоу – незабываемый подарок женщинам от Филиппа. Организатор концертов «Райс Лисес», информационная поддержка, «Русское радио», «Аргументы и факты», «ТВ-парк», «Вечерняя Москва». Кассеты в продаже с 25 февраля. Это был прекрасный день. Катя выглядела блестяще. Сережа так и прыгал от радости. Футболка опять стала белоснежной. Таня была настоящей королевой бала. Как хорошо, что все хорошо кончается. Правда, Васька? Пусть каждый день всегда приносит радость. Равента создает Дюба. Сверхкомпактный и удивительно мощный. Как большой пылесос. Необычайно маневренный, легкий и очень эффективный. Дюба от Равента. Радость в вашем доме. Ментолы и эвкалипты леденцов Холл стремительно и мощно уносят вас от симптомов простуды, вам не придется долго ждать. Холлс, приди в себя. Кто прекрасней всех на свете? Вы в колготках Golden Lady. Нам всем знакомо чувство усталости. Усталость нередко приводит к болезни, особенно когда вокруг простуда и грипп. Именно поэтому вам необходим шипучий Упсовит витамин С, специально созданный компанией Упса. Благодаря оптимальной дозировке витамина С, Упсовит уже через неделю повысит сопротивляемость вашего организма. Он даст вам силы преодолеть усталость и не разболеться. Упсовит витамин С. С новыми силами. Кубики магии сделают ваше блюдо вкуснее. Магия, магия, магия. Магия. Добавь изюминку. Наступает эра Samsung. Эра четких изображений и чистых звуков. Эра, когда нет ничего невозможного.
когда вы увидите то, чего не видели раньше. Добро пожаловать в эру Samsung. Ну, дочери мои любимые, что вам привезти из Самары? Мне, батюшка, привези тайну. А я, батюшка, мечтаю о родных просторах. А мне, батюшка, привези цветочек аленький. Вот тебе цветочек, тебе родные просторы, а вот и тайна. Россия – щедрая душа. Пельмени богатырские, Талоста. Вкусно и просто. Мне нужны уши. Ты научишься говорить руками. Союз Видео представляет. Новый фильм Валерия Тодоровского «Страна глухих». Чистая вода, бескрайние зеленые луга, натуральное коровье молоко, сливочное масло «Анкор». «Анкор» – экологически чистое сливочное масло из Новой Зеландии.